Строительно-производственные структуры Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир» существуют более 20 лет. За последние 10 лет исполнено более 100 контрактов по линии государственных структур на десятки миллиардов рублей. Построено, реконструировано, введено в строй более 400 тысяч квадратных метров площадей. Перечислено налогов на миллиарды рублей. Возводятся объекты инфраструктуры военных городков и полигонов, жилищные комплексы для военнослужащих. В интересах государства по программе президента России построены в кратчайшие сроки антиковидные госпитали, позволившие спасти более 10 тысяч человек.